Я должна сказать сейчас доброе утро. У меня нет голоса. И у нас начинает с вами неделя влогов. Так что будем просыпаться. А чего так не хочется? Но когда идет дождь, всегда так вкусно пахнет. Мы сейчас с Аркашей проснемся, соберемся и пойдем завтракать, потому что дети до вечера на даче. А потом, если я не успела убраться вечером, то я начинаю это делать быстро утром, если вдруг муж лег позже спать, чем я. Остается вот это. Ну все, теперь точно доброе утро. Я убралась. И сейчас сразу же на автомате поставлю варить компот из сливы мальчикам. Ну все, компот варится. Наконец-то мы собрались, вышли, идем очень-очень вкусно есть, если нам удастся успеть до туда добежать, потому что завтрак там до 12. Не факт. Ну, не факт. В общем, если мы дойдем, то кафе будет называться кафе Пушкин. Не. Молодцы, ребят, вперед, держите. Блин, а вы знаете, что в прошлом году я тоже здесь бегала? Ну, погода у нас была получше. Улыбаются. А это всего лишь, знаете, что мы сделали в этом помещении? Всего лишь гардеробная. Пойдем к окошечку. Ну, наконец-то принесли поесть. И у тебя что, Бенедикт с лососем? Приятного аппетита, любимый. А у меня сырнички со сметанкой. Да, спасибо. Вышли мы, поели, очень вкусно. А они все бегут, представляете? Мы уже час посидели, они все бегут. Сейчас у меня задача номер один — сбегать до H&M и купить Герману шорты в детский сад и штаны. Резко похолодало, и он наконец-то из всего вырос. Поэтому быстренько надо пробежаться и купить. Мне кажется, он их утонет. Все, я могу включать? Нет. Что я купила? Одна пара штанишек черная, вторая серая, тоже черная с белыми вставками, извиняюсь. И третью я взяла просто кофту, обычную толстовку, потому что у них идет акция 3 по цене 2, можно кофту, можно штаны. Короче, две пары штанишек и кофту, да. Ничего, абсолютно ничего путного я сегодня не делаю. Время 2:15. Я примерно через час уже поеду на тренировку. А пока вот реально мы пытаемся с Аркашей, так как малышей нет, просто потупить, ничего не делать. Сидеть в компьютере, смотреть фильмы, все что угодно делать. С одной стороны делать, с другой стороны ничего не делать. Потому что завтра понедельник, уже новая неделя, и с новыми силами. А пока, пока вот. Слушайте, как давно я не снимала ничего на iPhone. Так как я еду сейчас на тренировку, и мы оставим вещи где-нибудь под деревом, я решила камеру не брать. Но поснимать, что же мы делаем, все равно надо. Поэтому будет все на iPhone. И...
человек, очень часто ездящий на метро, могла проехать остановку. Ну ладно, слава богу, это не электричка, они ездят часто, поэтому чуть-чуть, минутку подожду. У нас будет проходить в Лужниках на набережной, как и неделю назад, но так как неделя влогов только начинается, и я еще не смонтировала прошлый влог, вы об этом не знаете, что прошлые выходные я тоже тут бегала. Представляете, вот это бывшая фитнес-няшка. Нет, бика-няшка. Фитоняшка. Ой, в общем, мы, короче, бывшие. Бывших не бывает, ладно. Ой, один у нас сегодня пробежал. Да, все, побежали. Так не хочется, но зато погода лучше. Вы помните, какое утро было? Сейчас солнышко, очень красивое место. И мы побежали. Сейчас я поснимаю вам, если у меня хватит сил. И в этот момент мне хочется умереть. Вы не представляете, как много я ныла, что я не добегу. Я очень много ныла. Особенно последние километры меня просто тянули за собой. Но мы это сделали. И как я говорила, после того, как добежишь, у тебя прям город за себя берет. Так тяжело мне не было давно. Вряд нельзя сидеть на холодном. Но у меня ножки свело. Я сижу на заправке и жду такси, потому что сил даже дойти до метро нет. Я не могу. Да, все, до свидания. Приехала моя крикуха, сопли, слюни, бабушка уехала, плакса. Ай-яй-яй-яй. История. Пристроилась на площадке. У меня припал. Я подумал, что он, наверное, был не так тесно. Снял руку и попал. И не испугался? Нет. А потом я его прибил маслом. И все. А это нам с дачи привезли маленькие кабачки. Остатки сладкие. И тут лежит гирлянда, которую мне вчера на встрече подарила Кристина. Вот, кому, если будет интересно, она сама их делает. Гирлянда в стиле в каком? В стиле ананаса. Вау! Вот это красота! В спальню мальчикам. Тебя обожаю, я очень скучала по тебе. Очень. Хоть ты и ревел, пока я пришла, но я по тебе очень скучала. Так аккуратно меня причесываешь. Ой, ты мой хороший. Ну вот оно началось. Все, сладун закончился. Где мама? Ты балбесина. Даже не знаю, может быть, закончить на этом наш влог. Вы увидели, что мы собрались всей семьей. У нас еще с вами впереди целое. Где я тут? У нас еще впереди с вами целая неделя, поэтому давайте заканчивать влог на этом. Скажи пока. Посмотри вот сюда, скажи пока-пока. Скажи пока. Пока-пока. Молодец.